Итак, мужики, всем привет! Сегодня на обзоре санговая обжимка для стреляных гильз. Вещь выполнена очень качественно. Исполнение, я бы даже сказал, чересчур надежное. Не знаю, есть такое понятие. У меня есть такое понятие, чересчур надежное. Вот. Вот этот девайс из этого разряда. Ну, друзья, много рассказывать не буду. Более детальный обзор я сделаю. Посмотрите, как, из чего состоит этот обжим. Я думаю, убеждать долго вас не придется в том, что эта вещь очень хорошая, надежная. Для стреляных гильз, ну, наверное, самая подходящая вещь. Потому как прогонять через кольцо стреляные гильзы, все прекрасно знают. Куча приспособлений, времени занимает это намного больше, чем обжимать санговой обжимкой. Такого вы сейчас в интернете мало увидите. То есть человек предоставил мне на обзор вот эту вещь. Предоставил мне Данила Мастер канал. Ссылку на канал я оставлю в описании под видео. И оставлю контакты этого человека. Все вопросы по цене, по наличию вот этих девайсов, обращайтесь к нему по телефону, заходите на его канал, подписывайтесь. Можно в комментариях обращаться, можно связываться по телефону. Ну, то есть способов, если кого заинтересует данная вещь, найти человека будет, я думаю, несложно. Вот, друзья, цена тоже будет указана ним. Я не буду говорить цену, потому как я, правда, я не знаю цену этого. Вот этой вещи, вот этой обжимки. Работает она очень просто, очень быстро обжимает. Наглядно сейчас проведем тестовую проверку вот этой обжимки. Штангель. Штангелем промеряем гильзы. Ну вот, стреляные гильзы, у нас юбка гильзы 20 до 20,5, ну то есть 25 миллиметров. Вот, тут а низкая юбка есть, тоже 20,5. И чуть ли не 21, вот, обрезанные гильзы. Живело. Ну, уже какой раз стреляют, не могу сказать. Но не первый, не второй и не третий. Уже раз по пять они отстрелялись. Прогоняло их через кольцо. Ну, тот набор, который у меня есть для прогонки, вы все прекрасно видели. Но тут вещь поинтереснее. Смотрим, друзья. Вот. Патрон с высокой юбкой. Вот и все. Вот обжали. Один. Второй. Третий. Ну, то есть вы видите. На патрон уходит максимум до 5 секунд. Ну, то есть очень быстро. При снаряжении патронов, кому нужно количество, кому нужно качество и быстро делать, заряжать патроны. Вот, вещь незаменимая, просто незаменимая. Да, это не станок. Патроны этот девайс не заряжает.
Но направление работы этого девайса поставлено правильно. Самая важная, я считаю, вещь в стрельбе, ну, это когда патрон вас на охоте не подведет. Мало того, по снаряжению самого патрона, ну, еще когда он в ствол заходит без проблем. Вот. Теперь с низкой юбкой патроны. Смотрим. Раз. Два. Три. Раз. Два. Друзья, ну теперь промеряем, ну вот, 20 миллиметров, ровно 20 миллиметров у нас этот патрон 20, то же самое 20, ну и высокая юбка 20. Друзья, я думаю, нет смысла показывать, как в стволе этот патрон. Потому как, ну, обжало фактически на 0,5 миллиметра, юбка вжатая. Для такого рода инструмента патроны любые раздутые, вообще не проблема. Сейчас я вам покажу, как устроен этот инструмент, эта обжимка. Все, друзья, насколько все качественно сделано. Мощное все. Вот. Вот. Так выполнен основной патрон. Ну, то есть такой кусок металла дебелый. Ручка очень хорошо выполнена. Ручка может переставляться в три положения. То есть в любое удобное для вас положение вы можете перекрутить эту ручку. Вот. Ручка одна идет в комплекте. Ее достаточно вполне. Вот, друзья. Сама цанга. Вот, друзья, как выполнена цанга. Ну, то есть, вещь выполнена очень качественно. Вот. Ну, и сама станина. Станина идет в комплекте со струбциной, которой можно прикрутить к столу. Струбцина тоже такая мощная. Ну, в общем, сделано все просто. Все мощное такое. Вот такая вот струбцина. В общем, ну, что там говорить? Друзья, ну, выполнено все с душой. Вот такая вот металлоконструкция. Вот куда вставляется цанга патрон. Вот. То есть, если не нужна сама струбцина, вот этими двумя винтами вы ее откручиваете и можете зажимать в тисочке, в горизонтальном положении, в вертикальном, как вам нравится. Вот, струбцина сама, ну такая. Сделана просто-таки, класс. Вот, друзья, все это выполнено с мощного уголка. Сама обжимка вскрыта холодное воронение, то есть очень качественно покрашена. Обзор
данной обжимки можно рассматривать как рекламу. Все данные, я уже сказал, будут указаны в описании под видео. Ссылка на канал. Обязательно заходите, подписывайтесь на канал. Ну и на магазин OLX, на страничку OLX загляните, свяжитесь с продавцом вот этой вещи. Те, кому это интересно. Все, друзья, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем метких выстрелов. Все четко, чё, а? Четко, чё, чё? Все четко, чё, а? Четко.